поблагодарить Валерия Васильевича за действительно большую проделанную работу. И мы видели, что регион серьезно менялся. И отличительная особенность сегодняшнего события, на мой взгляд, очень позитивная. То, что мы увидели преемственность власти. И Роман Викторович действительно человек, который здесь родился, вырос, и его успехи и победы связаны именно с регионом Саратовской области. Это, на мой взгляд, очень важно, поэтому во многом, когда обсуждались с ним вопросы и проблемы, знаете, я понимал, что ситуация действительно такая, что он очень хорошо знает ситуацию и работая главой правительства, все хозяйственные вопросы, бюджетные вопросы, взаимоотношения, доходы людей, их чаяния и нужды, и также, как и работа предприятий, просто понятно, что есть понимание, планы, и я уверен, что эта работа будет эффективно продолжена. Что было обращено внимание, это естественно, что сейчас это новые задачи, новые. Это персональная ответственность за развитие региона и учет и политической обстановки. Конечно, очень важна работа с людьми, больше встречаться с ними, больше видеть их чаяния и проблем, потому что работа главы государства направлена в первую очередь на то, чтобы решать проблемы жителей региона и делать их жизнь лучше. И мне кажется, что у Романа Викторовича есть хорошая для этого база, хорошее основание, и я уверен, что все у него получится. Пожалуйста, Анастасия Саратова, Калашникова. Роман Викторович, скажите, пожалуйста, какие первые шаги планируете предпринять в работе? И вот регион не раз проваливал программу по переселению объектов аварийного жилья. Есть ли какие-то планы по ее реализации? Ну, с точки зрения новой стратегии и работы, принципиально мы рассматриваем возможность изменения структуры правительства, потому что я считаю, что должно быть единое начало совмещение должности председателя правительства и губернатора. Плюс к этому всему планируется разработка, и такие указания уже даны по разработке краткосрочной программы экономического развития, потому что мы сейчас четко понимаем, в какой стадии мы находимся, какие происходят процессы, и как из этого региона с точки зрения промышленного потенциала и человеческого потенциала. Ключевые аспекты и ключевые слова, которые будут в моей работе и в работе правительства, команды правительства. Первое – это человек. Все, что связано с человеком, будет реализовываться незамедлительно, и на это будет обращено особое внимание. Сюда входит огромный сфер и здравоохранения, рабочие места и уровень заработной платы, который существует в регионе. Второе – это здоровая экономика. В прошлом году команда правительства уже вышла на другой уровень, и мы закончили бюджет впервые за 10 лет с профицитом. И третье направление – это доверие власти, к власти, населению. Здесь работу мы тоже уже начали, потому что власть должна быть доступной, власть должна работать по-другому, реагировать на жителей, реагировать незамедлительно. Поэтому вот эти три приоритета, они станут основой работы правительственной команды.